Кортеж из белых автомобилей подъехал к собору Иоанна Богослова в Саранске ровно в 10 утра. Из салона, бережно сопровождая процесс религиозными почестями, извлекли небольшого размера ковчег. Прихожане внимательно следили за каждым движением священнослужителей. В их руках находилась одна из величайших православных святынь – шип стернового венца Иисуса. Реликвия настолько ценная, что ее редко вывозят за пределы Ватикана. Это то, что соприкасалось с Господом. Это тоже имеет свою благодать, и верующие к этому верят, искренне к этому преклоняются, прикасаются. И надеемся получить помощь от Господа в нашей жизни. Это великое событие, когда к нам в наш удел Мордовии прибыла такая большая, великая святыня, и от нее можно получить исцеление, благословение, и чтобы у тебя все было хорошо в жизни. Это один из 67 шипов стернового венца, который, по легенде, римские воины надели на голову Иисуса Христа перед распятием на Голгофе. Сам венец стал частью страстей Господних на кресте и символом страданий. Основная его часть хранится в Париже, а вот шипы в разные исторические периоды передавались в разные церкви и государства. Чтобы привезти святыню в Саранск из Италии, понадобилось несколько месяцев переговоров, но цель была оправдана, считают священнослужители. Ведь если взять, например, крест Господень, то его православное богословие олицетворяет даже как личность и обращается к нему со словами: «Сила честного и животворящего креста, моли Бога о нас». То есть это настолько величайшая святыня, что ее словами описать вот так вот в двух словах, наверное, не получится. Приложиться к реликвии пришли сотни человек. Люди выстаивали по несколько часов в очереди, молились о здоровье, просили удачи. В Иоанно-Богословском соборе ковчег пробудет до 4 ноября. А дальше представители епархии запланировали провести его по социальным учреждениям Саранска, чтобы поклониться святыне могли и те, кому в силу здоровья или разных жизненных обстоятельств не удалось посетить собор. Людмила Кусерова, Григорий Денисов. Наши новости.